Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему Васильевскому острову, выставочный комплекс Эрарта. Я тут забежал. Прекрасная выставка, как мне показалось. Японец Акира Утияма. Выставка называется «Сияние жизни». Он известный арт-фотограф Японии. Действительно, такое буйство красок, динамика на снимках. Он очень много снимает лебедей. Вот, и наблюдает, как они из Сибири перелетают в Японию. Вот как написано в анонсе, Акира Утияма сделал 450 тысяч фотографий наблюдений за птицами. Просто обалденно. С ним действительно работа, ну, как мне показалось, неординарная. Вот он использует особую бумагу для печати. Называется фреска Жеклея. Вот как я прочитал в анонсе, она покрыта специальным составом, изготовленным по старинной японской технологии. Конечно, качество отпечатанных снимков позволяет сравнить их с масляной живописью. Мне очень понравилась работа. Действительно, они красивые, такие добрые, знаете, вот как-то они мне понравились. Вот я хотел бы вам показать. Будете в Эрарте, зайдите, посмотрите. Надеюсь, что вам понравится работа этого арт-фотографа из Японии, имя которому Акира Утияма. Ну вот и все. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Thank you.